Теперь в Нефтекамске можно приобрести так полюбившийся в Западной Европе вид жилья, как таунхаус. Это современное жилье с индивидуальным входом, личной парковкой и небольшим земельным участком под пару грядок или мангал с беседкой. Неоспоримым преимуществом является отсутствие большого количества шумных соседей и центральное водо-, газо- и энергоснабжение. Строительство ведет группа компаний «Сталькомплект». В мае этого года положено начало строительства нового жилого комплекса «Серебряное озеро» в Ташкеново. Современные квартиры с индивидуальным отоплением, парковкой, гаражами, земельными участками и закрытой территорией со шлагбаумом ждут покупателей. Комплекс состоит из 5 двухэтажных жилых домов. Дома выполнены из бетонных блоков и облицованы керамическим кирпичом. Площадь квартир от 20 до 60 квадратных метров. Цена за квадратный метр 23 690 рублей на этапе застройки. Такая низкая цена фиксирована до 1 ноября 2015 года. В строительстве использованы самые современные европейские технологии и материалы. Энергоэффективный утеплитель термолит ПВГ-бетон, бетонные блоки и керамический кирпич, что гарантирует надежность бетонных стен и уменьшает ежемесячные коммунальные платежи. Рядом с комплексом расположены детский сад, школы, магазины. Срок сдачи комплекса «Серебряное озеро» – второй квартал 2016 года. В жилом комплексе «Серебряное озеро» ведется строительство дома, состоящего из однокомнатных студий площадью 20,6 квадратных метров, со всеми удобствами и по весьма привлекательной цене – всего 595 тысяч рублей. Основным преимуществом наших квартир является индивидуальное отопление, централизованное водоснабжение и канализация, индивидуальный вход, земельный участок, отсутствие суеты городских многоэтажек и, конечно же, цена. Всего 23 690 на этапе застройки. Торопитесь, цена фиксирована до 1 ноября 2015 года. Покупателям предоставляется рассрочка без банка до 4 лет и индивидуальный подход к каждому клиенту. Офис продаж расположен по адресу город Нефтекамск, улица Индустриальная, 9Б.